Проблема, которая сейчас существует в Приморье, она же касается не только канализации, она касается буквально каждой сферы работы, каждой сферы деятельности этой Приморьи. Поступают жалобы мне вот каждый день, не поверьте, я иногда не успеваю встречаться с людьми, честно, потом физически не успеваю. Я когда поднимаю вопрос, я же не говорю, что он делает. Вот Примар делает дороги, Примар делает канализацию, Примар делает это. Не что он делает, а как он делает. Вот они говорят, что будет все, скажем так, по евростандартам. Какие евростандарты, если на каждом этапе идут нарушения, как закона идут нарушения, только что я сказал, так и технологических процессов. Потому что буквально каждый шаг сопровождается каким-то нарушением. Закатали в асфальт еще не построенную канализацию, будут ее поднимать. Правильно? Правильно. Засыпали щебнем канализацию по этим двум улицам, которые проводили. Часть канализации уже разрушена. Они должны были в декабре провести инвентаризацию. Они должны были провести разведку этих коммуникаций. Ничего не было сделано. В общем, давно Борис просил передать, что он сейчас на совещании, а в 12:30 он уезжает на другое совещание. Совещательный день. Установите дорогу, чтобы вы по 5 минут можно делать. Если он Примар, он должен выйти к людям. Мы сегодня собрались, люди. Выступаем за чисто экологическую территорию. У нас, я живу у озера, где собираются делать очистные. У нас очистные в свое время, в советское время, построены вдали от села, на горке. Там нету населенного пункта, и там есть все очистные. Их или продали, я не знаю как. Их можно восстановить, сделать. Но они хотят сделать на территории, где находится у нас родник, очень экологически чистая, самая чистая вода в роднике. Озера, там птицы, там у нас аисты. И мульцемир, спонима, сейчас сын мой мульцемир громадит. Ну, что дичи, да, примару, ну, раз, я с лаком в Орбире, нишку уамени, нишку гасешни, ну, тогда он, фелди, lucruri la care el trebuie să participe, dar s-au grămădit mai multe probleme, să spunem așa, pe noi mai tare ne interesează, de pildă, slujba comunală care din la primărie, deci e, nu a fost nici la Consiliu aprobat, nu a fost făcut nici concurs pentru director, să spunem, pentru funcția de director la această slujbă. Adică sunt încadrați niște oameni care, eu, părerea mea, că ei nu sunt competenți în aceste întrebări, multe probleme avem cu apa și la noi în sat. Не знаю, проблему не могут решить никак с водой. То вода есть, нету. С утра вода есть, появляется, вечером ее нету. На выходные то же самое. Вечер воды нет вообще никак на выходные. Это нужно постоянно им звонить, что воды нету, подойдите, включите. Есть же что делать. Не обязательно. Сейчас же бабки или канализация, это сейчас проблема канализации. Не проблема в этом. Вот есть что делать. Пускай вот здесь начнут с подноса. Не надо смотреть под лес. Вот оно, с краю. Вот деньги вкладывайте. Вот там дорога. К садику сделайте дорогу. Школу нужно отремонтировать, потому что там тоже дети ходят, бегают по асфальту этому, который кочки, ямки. Сегодня мы увидели, какое отношение у примаря на самом деле к людям, которые его избрали на этот пост. И речь стоит вовсе не о канализации, речь стоит вовсе не об очистных, речь стоит не о водопроводе, не о электроэнергии, не о дорогах. Речь стоит о том, что примарь отказывается обсуждать с гражданами их насущные проблемы. Он ведет только свою узконаправленную политику. Он делает только то, что в его интересах или в интересах его людей, не знаю, партийных интересах. Я не хочу углубляться дальше. Но он полностью игнорирует мнение граждан. Он отказывается выходить, он отказывается встречаться. Он показывает, сегодня он показал на самом деле свое истинное, настоящее лицо, как избранник народа. Я говорил и я повторюсь, неважно, советник ты, депутат ты, примарь, ты в первую очередь слуга народа, а не боярин всей Иванчи.